Здравствуйте! С вами я, Александр Рош, и вы смотрите первый выпуск рубрики R Plus Блоги. Тема нашей сегодняшней презентации – Мариинский дворец. Сейчас произойдет перезагрузка проекта, и эти видеопрезентации, а вместе с ней веб-страница, планируются издаваться на CD-диске. Поехали! В центре Исаакиевской площади установлен памятник Николаю I. На пьедестале монумента размещены женские фигуры, символизирующие христианские добродетели. Им придано портретное сходство с женой и дочерьми Николая I. Одной из них, старшей и самой любимой императором, Марии Николаевне, в качестве свадебного подарка предназначался Мариинский дворец. Великолепие отделки залов и гостиных, виртуозность их пространственных и композиционных решений ставит эту бывшую великокняжескую резиденцию в один ряд с самыми блистательными шедеврами из общества Петербурга. В конце XIX века Мариинский дворец был резиденцией Государственного совета и других высших учреждений Российской империи. Сейчас в нем размещается Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Данный блок проекта «Реклама Плюс» производит видеопрезентации на любую тематику. Обратите внимание, что статьи не скрины с других сайтов, а куплены на бирже статей. Все статьи размещаются на украинском и русском языке. Увидимся в следующих презентациях.